Здравствуйте, дорогие подписчики и просто случайные прохожие. Я хочу вам рассказать сегодня о том, как я играю медиатором, какие упражнения могу порекомендовать для развития техники правой руки. Они зарекомендовали себя уже на моих уроках, среди учеников, они работают, действуют и очень хорошо помогают. Это мне приятно, поэтому и вам я буду рекомендовать заниматься таким образом. Итак, я, например, когда играю на гитаре, стараюсь правую руку не ставить на подставку сюда, только если не делаю глушение. Если делаю глушение, то ставлю. А если не делаю, то моя рука обычно или сюда пальцы, чуть-чуть или вообще на весу. И возникает такой вопрос, а как же руки опираться? Есть вот такая вот у меня система. Я понял, что она работает очень хорошо. Упражнение такого плана. Медиатор ставим на струну и играем вот так вот. То есть медиатор ложится на струну, рука расслаблена, и медиатор в пальцах, что очень, очень важно, не должен быть зажат сильно. Ну, просто ставите медиатор на струну и играете. И ставите тут же его обратно. И опять же, медиатор опирается на струну, но рука при этом расслаблена. Обязательный момент – это расслабление руки. И это упражнение нацелено на то, чтобы развить контроль медиатора над струной. Чтобы кончик медиатора чувствовал струну. Да. И так можно поиграть на разных струнах. Например, взять арпеджио ми минор обычно. Играть какие угодно другие примеры, например, гамму. Еще я также пользуюсь техникой такого плана. Техника апоянда, то что называется, как при игре пальцами, когда палец опирается на нижнюю струну. В медиаторе я пользуюсь тем же самым. Для акустической гитары это очень актуально. Вот и все. Спасибо. До свидания.